К другим темам. Вывели из кафе силой, запугали и поставили на так называемый счетчик. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту похищения человека и вымогательства. Задержаны четверо новосибирцев. Их жертвой стал 16-летний подросток. Преступление было совершено в середине декабря и попало в объективы камер наблюдения, установленных в центре города. Парня затолкали в машину, забрали банковскую карту и потребовали пин-код. По некоторым данным, в руках злоумышленников оказалось 250 000 рублей. С момента поступления сообщения о вымогательстве и похищении человека была создана специальная следственно-оперативная группа, куда вошли наиболее опытные профессиональные исследователи, следователи-криминалисты СК по области, сотрудники МВД по городу Новосибирску. Следователи и полицейские в рамках расследования уголовного дела вели ежедневную работу по установлению местонахождения нападавших. Благодаря слаженной работе удалось установить причастных. По сообщению пресс-службы полицейского ведомства, в операции по поимке группы подозреваемых принимали участие бойцы спецназа Росгвардии. Фигурантам от 19 до 22 лет. Раньше с подростком, которого они похитили и обчистили, задержаны и знакомы не были. Заполучив желаемое, они отпустили юношу. С заявлением о совершенном преступлении к правоохранителям обратилась мать потерпевшего.